Моя мара и шлях до яе. Доброчинный концерт для детей-сирот и детей-инвалидов прошел у Гомеле. Организаторы и хедлайнеры концерту – творчий коллектив «Тимбик Фэмили». На концерте побывали и наши корреспонденты. Притягнуть увагу громадскости до лёсу детей-сирот и инвалидов, оказать им подтримку у тяжкую хвилину и допомогши поверить во уласные силы. Менавіта такие мэты ставить перед собой организаторы доброчинного концерту. Яны упэўнены, особистый приклад поспеху может изменить життё дитяти. Благотворительная акция уже 13 лет. Со сколькими детьми мы познакомились, со сколькими мы общались, скольким детским домам помогли. Благодаря тому, что есть мы, есть акция. Друзья, помните о том, что помогать это не больно, вот, не страшно. И помогать это, наверное, уже и модно. Нужно. И самое главное, верьте в свою мечту и знайте, что мечты сбываются. На концертах проекта «Моя мара и шлях до яе» за 11 годов их управления побывало больше за 15 тысяч детей. Все это мероприемство наведали около 200 выхованцев детячих домов. Акция объехала шмады городов Беларуси, Украины, России и Китая. Свыше 20 тысяч детей отримали махчимость поразмовлять со знакомитыми артистами. Дети должны все-таки расти в общении, в любви. Детям нужно прививать и воспитывать в детях веру в мечту, веру в себя, силы, в свои силы. И чтобы они, выходя в социум, были социальными, чтобы они могли общаться, контачить с другими людьми, потому что очень много случаев, когда их просто, ну, просто обманывают, понимаете? Ну, и так родилась наша акция в 2006 году. Сродки, собранные от продажу билетов на концерт музычной группы «Team Big Family», будут перелишены на рахунки детячих домов в области. Дякуючи этому, установы смогут набыть необходимую технику, одежду и канцтовары. Вероника Гамзюкова, Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».